Всем привет! Это следующая серия Castle Story. Прям вот так вот сходу я закончил предыдущую и начинаю сразу следующую. Мне самому интересно, что будет дальше и как же я смогу отбиться. На самом деле, надо было сохраниться сначала, перед тем, как, начинать. Потому что вдруг я сделаю какую-то ошибку и проиграю из-за этого. Лучше пусть у меня будет возможность загрузиться, вместо того, чтобы проигрывать окончательно. Так, здесь у нас все нормально. Воина отгоним подальше. То есть он такая у нас последняя оборона такая. Рыцарь квадратного стола. Рыцарь кирпича, вот так вот. Так, две вышечки нормально стоят. С бочкой, честно, вот некогда возиться. Прям очень хочется быстренько отстроиться. Вместо того, чтобы экспериментировать с бочками. Но, в принципе, ребята все сказали, что раньше, когда была катапульта, я не знаю, можно ли ее сейчас построить. Хотя можно посмотреть, наверное, да? Да, можно катапульту построить. И она стреляла как раз таки вот этими бочками с глоустоуном. То есть, ну вот с этими желтыми кристаллами. То есть мы их туда наполняли, и как бы она их запуливала далеко достаточно и наносила урон врагам. Так, знаете что, мы передвинем вот сюда вот пару лучников. Вот сюда вот, прям на краешек. Вот так вот. Максимум, что здесь может быть, это вот этот лучник убьет вот этого лучника. Поэтому мы вот этим лучником будем управлять. Немножечко. Ну вот я думаю, сейчас тут вот проблема. Давайте включим тревогу все-таки. Пускай они прячутся. Так. Смотрите, перекрестный огонь. Вот с вышки сейчас могут... Ух ты, как... Отлично, ребят, остался... Вообще шикарно просто отстрелялись. Просто великолепно. Лучше не бывает на самом деле. Вот прям реально очень красиво отстрелялись. Единственное, что... А, нет, остался. Вот он, мне показалось, как его убили. И где? Вон он, гигант идет, последний. Я даже переведу вот сюда вот одного лучника. Так. И давайте нажмем на паузу. Продолжим строить. Ну вот, смотрите, о чем я и говорил. То есть я не могу зайти в режиме паузы, в режим строительства не могу зайти. Но можно вот так вот. Оп-оп, быстренько, понятное дело. И давайте продолжим стену. Так. И здесь я не буду торопиться. Я сейчас вот обводочку такую вот сделаю. Да? Вот так вот исключительно. Прям вот так вот. И... То есть, пускай они ее сначала достроят, потом я все остальное продолжу. То есть, здесь вот, в принципе, вот, на данный момент, по крайней мере, надо вот так вот заканчивать, вот так вот. На данный момент вот эта вот территория, она самая такая мирная, так скажем. Ладно, давайте отжимаем пробел. Вот сейчас вот был вообще идеальный такой отстрел, мне кажется, по целям. Просто они вообще идеально отстрелялись. Так, вот знаете, мне сейчас кажется, вот этот лучник с башни прям либо миньончика убьет у нас какого-нибудь. Вот это бой, я понимаю, здесь такие работы идут. Эти желтые миньоны рабочие. Ты под стрелами такие, стрелы сидят тут. Вопли воинов, там големы ревут, да, там камни гремят. Они такие, таскают камень, строят. Что-то такое, жалко такой анимации нет. А прикольно было бы, если бы в анимашном стиле же есть анимация в виде смайликов. Там, ну, там радуется, печалится, там грустит, там злой или что-то в этом роде. В Рагнароке такое было. Прикольно, если бы они здесь это ввели. То есть это бы добавляло антуража игры. То есть как-то оживляло, мне кажется, миньончиков. В данном случае просто такое чувство, что они все-таки как роботы бегают. Ну, нет у них какой-то живности, так скажем. Но, может быть, это лишнее, не знаю. Посмотрим. У меня сейчас есть мысль, может быть, еще одну вышечку ввести в эксплуатацию. К примеру, вот здесь. Представляете, вот здесь будет вышка такая, которая будет, к примеру, вот стрелять туда и вот туда. Но здесь нет. Это уже, наверное, лишнее, мне кажется.
Вот здесь вот можно вышку поставить, вот здесь вот вышку можно поставить, если, допустим, вот этот вот край, вот эти края обстрелить, то есть они забегают за территорию вышки и такой сразу обстрел начинается. Вот это интересно, это вполне можно. Так. Я не просто так вот толщаю стены в три слоя. У меня все-таки есть тактический маневр, так скажем. То есть в предыдущей серии, в предыдущем летсплее, так и в предыдущем выживании, я только-только начал это вводить в эксплуатацию. Это такие маленькие комнатки для, собственно говоря, для миньончиков, чтобы они там стояли. И их не откидывало так же, по такому же принципу, как и здесь. То есть они бы отлетали, ударяясь об стенку, и обратно вставали бы, и дальше как бы дрались. Вот как-то так это должно было быть. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Это уже совершенно другой вопрос. Получится или нет. Так, но еще, как бы, чтобы более продумански сделать, вот здесь вот. Ну, пока не строится, он ничего. Здесь будут вот так вот блоки поставлены. Вот так вот. Вот так вот. Зачем? Потому что когда вот эти даже два блока сломает, вот этот блок он не упадет. То есть им нужно будет вторую стену сломать, только тогда этот блок упадет. Понимаете? То есть это такая двойная защита. То есть они, ломая внизу блок, он миньончик не будет вниз просаживаться, как вот, допустим, на этих углах было, к примеру. То есть такого не произойдет. Но здесь вот, к примеру, нужно как-то так придумать, чтобы... Ну вот, то есть вот этот квадрат, там в любом случае получается, как бы... невостребованным. Да. Ну, в принципе, и на углах, кстати, не обязательно строить что-либо такое подобное. К примеру, можно вот так вот, здесь вот так вот, то есть вот так, и потом вот чисто вот так вот, допустим... А потом вот так вот, да? Да, кстати, вполне реально это сделать. Ладно, посмотрим. Пускай у меня сейчас другая совершенно задача. И вот, в принципе, конечно, в идеале сейчас бы освещение поставить. И, возможно, давайте-ка я этим и займусь. Может быть, вот вполне можно, допустим, вот здесь поставить освещение. Вот здесь поставить освещение. Я слишком высоко поставил. Оно, ну, как сказать, они не доберутся до него. Так, отлично, отлично. Поставим вот здесь вот освещение. И... пускай вот один будет вот здесь вот, прям в главной комнате. Для этого нам нужно... для этого нам нужен миньончик, который как раз-таки будет этим заниматься. Пилить он будет. Так. Ух ты! Надо на паузу поставить, потому что они закончили строить вот эту линию. И знаете что, я, наверное... вот у меня все дилемма, конечно, строить ли... так, пауза. Строить ли дверь, понимаете, да, либо... либо как-то по-другому иначе. Давайте, знаете, что я сделаю? Я, наверное, вот здесь вот... вот так вот закончу все-таки вот этот вот маневр. То есть вот таким вот макаром. Так, зачем это сделано? То есть давайте здесь. В общем, я буду двери ставить. Двери ставить немножко странным способом. То есть будет все-таки проход. И не сквозные двери. То есть я здесь вот так вот еще стену надстрою. В один блок это исключительно будет... как бы это объяснить, там, задержка монстров, чтобы они дольше бежали. Может быть, даже туда и лучника поставить, почему бы нет. То есть, и вот так же и мои будут вот так вот проходить, и они также будут проходить. И вот здесь уже тоже ошибка, потому что здесь я не смогу поставить дверь, хотя я могу поставить в один блок, допустим, высотой стеночку, и здесь дверь, и в шахматном порядке так двери расположить. То есть это... еще дольше они будут пробиваться, но, скорее всего, им будет легче сломать стены просто, чем пробивать эти двери. Поэтому это все никуда не годится. Ладно, отлично. Вот здесь, кстати, вот это вот не обязательно. Здесь уже можно, кстати, заворачивать. И вот так вот, в принципе, к примеру, ну, вот так вот.
где-нибудь, как-нибудь вот так вот. Я именно так и оставлю, потому что, ну, не нужно, сейчас не нужно продолжать и выполнять мой заказ так до конца, так скажем. Плюс, чтобы нагрузить побольше работников, я... Давайте, в общем, двое в шахту, один у нас сейчас плотник, двое будут каменщики, то есть они будут у нас работать, собирать крепость. Все, двинули, все, все двинули, все. Один у нас сейчас будет факел расставлять, и как раз двое будут строить. Сейчас будет как раз-таки всем все хватать, и может быть... Нет, давайте, знаете что, вот здесь вот, вот так вот сделаем. Пока что. Хотя нет, блин, нет-нет, знаете, мы как сделаем? Вот так вот, вот. То есть, ну что, вы по этому кирпичу не забрались наверх, потому что сейчас я здесь вот, как раз таки, пока у меня плотник есть, как раз тут одно бревно есть, я как раз таки и поставлю здесь дверь, чтобы, ну, совсем так было красиво все. Двери, кстати, мне очень нравятся, какие сделали, очень отличные двери. Они хотя бы серьезно смотрятся теперь. Так, все, освещение теперь, такой антураж магический стиль появился. У замка такой, какой-то немножко скринов сделаем. Ну как такое? Ну ладно. Надо будет попытаться какую-нибудь фоновую музыку в medieval режим, ну, в medieval стиле найти. Ну, замковый какой-нибудь или таких древних времен, каких-нибудь там свирели или что-нибудь, как, что там было. Так, и где-то здесь еще должен один факел быть. Так, время через 16 секунд уже восьмая волна пойдет. Я, наверное, лучников в таком же режиме оставлю на самом деле. Ничего страшного в этом, думаю, нет. Единственное, что вот здесь вот я поставлю вот сюда, вот перенесу лучника одного вот так вот. И все. Все остальное, в принципе, нормально. И здесь мы давайте переведем одного в режим строительства. Так, все. Кстати, заметно, что вот поставил несколько факелов и FPS начал приседать. Ну ладно, будем надеяться, что все будет в порядке. Все, черт возьми. Убили уже у меня одного лучника, мои же лучники. Так, 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 куда? Так, все, спокойно. Так, и один гигант остался. Ладно, потеря одного лучника за волну, я считаю, это очень неплохо и, ну, нормально, в общем. Для меня это нормально, так скажем. Так, опять нажмем на паузу, будем строиться, продолжать, потому что, сами понимаете, без этого никак. Так, где бы гигант не был, мы его убьем в любом случае, потому что у меня двое лучников есть. Так, ну, я вот не с этой стороны, скорее всего, где-нибудь... Прям смотрите, я не вижу, где он. Потерял гиганта. Ну, 100% гигант будет идти, потому что он так долго. Ну ладно, думаю, он появится где-нибудь. Так, конечно, печально, что здесь убили лучника. Скорее всего, это вот этот лучник стрелял вот в этого. Блин, ну... В срочном порядке здесь нужно выстраивать башенки, то есть вот такой вот, собственно говоря, план, который я и говорил, о котором я говорил, точнее. Так, ладно. Здесь вот как бы вот можно и так, в принципе, вот без разницы, я думаю. Ладно, давайте здесь тогда закончим, просто вот. Вот здесь как быть. Вот так вот, что ли? Давайте вот так вот. Так, и... В этом во всем как бы, ну, это легко сейчас, да? Много, конечно, блоков придется притащить. Это не проблема, тоже, думаю, не проблема. И сейчас вот мы здесь вот... Сделаем еще кое-что. Здесь, наверное... Нет, давайте все-таки, раз мы строим в таком... В кирпичном, в режиме кирпичной кладки, то и будем продолжать все-таки. Не нужно терять этого темпа. Так, здесь, так, здесь.
здесь у нас? Так, и в данном случае вот здесь вот нужно поднять на один блок ступеньки, иначе они у меня будут не будут залезать. Так, это все понятно. Так, здесь мы сделаем так. Здесь просто делаем спуск. Думаю, ничего страшного. Интересно, кстати, на эту пластинку поставится каменные кирпичи. Если поставится, это будет очень глупо, потому что на самом деле сейчас эти балки висят просто в воздухе. Да, как бы как-то недоработано, по-моему, на мой взгляд, лично. Так, ладненько, это отлично. Вот здесь вот... А, блин, сбросил. Ну, в принципе, ладно, паузу можно уже отжимать. Сейчас исключительно доработки будут. Так. Так. Так, у нас плотник, кстати, он отфилонил и... Смотрите, ну вот они вот, они начали первый блок, да, с того, с чего я начал строительство. Но вот сейчас по мере строительства они разбегутся вот в этом, как сказать, в этой последовательности и какую-то фигню начнут строить. Это я вам гарантирую. Ну вот уже, собственно говоря, он пошел куда-то в другую сторону и прям такой, на, держи такой, спасибо. А может это брат его... Я сначала своему брату принесу кирпич. Так, вот здесь мы тоже увеличим ступеньки, чтобы, собственно говоря... Так, и... Ну ладно, у меня пока нету миньончиков. Так, все, мы построились и... Дверь построили. Можно было сразу вторую, конечно, залепить. Но, ладно, это не критично. Так, и знаете, честно говоря... Прям как-то мне, наверное, думается, что еще прям вышечку одну построить. Потому что она, ну, напрашивается, да, вышка вот напрашивается. Вот здесь вот эти две вышки, они очень хорошо, мне кажется, работают. Прям отстреливают шикарнейшим образом. И прям вот сюда бы какую-нибудь... Ну, вот сюда вот вышку, да, и куда-нибудь, к примеру, вот сюда бы. Было бы великолепно. А здесь исключительно воина поставить, прикиньте. Хм, это интересно, кстати. То есть эти бы... Не, лучники в любом случае нужны для того, чтобы, допустим, этих же големов больших отстрелить. Кстати, он до сих пор не найден. Знаете что? Может быть такое, что он где-нибудь заглючил. И бывает такое, что они появляются, ну, допустим, на каких-то таких местах, где не могут слезть. Либо тоже тупят и не могут обойти что-нибудь. А вот он, собственно говоря, вот он стоит. Ладно, я даже его трогать не буду, раз не идет, пускай не идет. Не хочет, не хочет, как говорится, его дело, да? И вот сейчас вот делать мне еще одного лучника или не делать? Прям нет, я сделаю все-таки. Пускай будут лучники, это лучники, это хорошо. Так, здесь вот уже начинается, как видите, полностью застройка. И, в принципе, здесь уже пора предполагать эти комнатки. Так, и... Как же они будут у меня располагаться? К примеру, сделаем... К примеру, сделаем... Вообще, в идеале, конечно, два... На два блока комнатку нужно. Хотя... Вообще, в идеале, наверное, и вообще в один блок. Нет, давайте на два сделаем. Вот, то есть, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот это будет располагаться. Но вот здесь вот давайте не так это будет располагаться, а будет вот, к примеру, вот так, вот, вот так. Так. И вот это убираем. И вот так. В чем фишка? В центре этого прохода, ну, в центре вот здесь вот, будет проход. Сзади стена. И все. Собственно, вот вся вот такая, кстати, здесь. И, кстати, это получается... Ух ты, я прям придумал сейчас такую прям... Я прям замок придумал. Замку... Тут так, господи, стену замка. Вот так вот. Прикольно, кстати, оно должно получиться в идеале потом. То есть сверху можно будет крышу какую-нибудь сделать потом. И все. Вот в таких бойницах будут стоять у меня лучники, защищенные сзади стеной. В них свои же не будут стрелять. Вообще идеально получается, по-моему. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Ну, мне просто нравится, что у меня получилось. Поэтому я так говорю. Так, здесь у нас, значит... Вот уже говорят. Как быть с углом, я, честно говоря, не представляю. Наверное, я здесь сделаю все-таки вот так вот. То есть, почему бы нет, да? Здесь мы поставим такой блок. Почему бы нет? Ну и все, пускай они пока строят то, что уже есть, потому что уже очень много я заказал построек. И... Блин, но все-таки здесь вот тоже возникает вопрос, допустим, как сделать вот эти вот вышки, да? Хотя можно, в принципе, в угловом режиме таком же построить, почему бы нет? Так, к примеру, так, ну, здесь вот прям и практически идеально получается, черт, а? Здесь вот немножко... Здесь немножечко вот некрасиво получается. Ну, давайте, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем... Да, мы сделаем вот так вот. Вот так вот, здесь посередине одну вот такую вот бойницу. Почему бы нет? Думаю, ничего страшного в этом нету. Так, здесь мы... Раз вот у нас вот будет вот так вот, то... Здесь пускай так будет, здесь... Ну, так пускай будет, здесь у нас будет вот... Так, так, прям вообще шикарно получается. Ну, по крайней мере, мне нравится, как это выглядит. А выглядит это довольно-таки так, ну, сурово. И по центру мы не будем ставить пока что. Мы сначала именно края выставим. И... А то, что было дальше, вы узнаете в следующей серии. То есть, как я отбил 9-ю волну, вы узнаете в следующей серии. Получилось так, что эта волна, получается... За одну серию я как-то одну волну всего лишь отбил, но как отбил, да, по-моему, очень шикарно. Я потерял всего лишь одного, и мне кажется, это вполне довольно круто. Плюс родилась такая вот интересная идея постройки замка, плюс стена станет выше, и здесь можно будет уже закрыть, и прям можно даже так красиво все это закрыть. То есть, ну, на мой взгляд, получается очень интересно, своеобразно и довольно-таки даже... Прям будет походить на целый замок. В принципе, я за кадром дострою, то есть, ну, планировку, так сказать, доведу до ума. Потому что вот здесь вот, может быть, нужно будет передвинуть. Допустим, потому что я бы хотел вот так вот. Хотя нет, вот все идеально получается. То есть, все вообще отлично, отлично. И прям вообще шикарно. Прям, ну вот, прям слов нету, как круто получилось. Прям вообще отлично. Так, кстати, вот здесь вот, здесь вот. Идеально, да? То есть для того, чтобы здесь завершить вот такой вот помост, чтобы вот здесь вот они как раз-таки забегали. Отлично, все великолепно получается. Подписывайтесь на канал, если вам нравится мое творчество. Творчество, нет, это слишком громко сказано, потому что я эту фразу услышал у кого-то у другого. Летсплейщик, мне кажется, это не творчество, это просто мое занятие, мое хобби. Так что ставьте лайки этой серии, потому что мне кажется, она была очень интересной в том плане, что нашлось такое интересное решение постройки замка. Лично мне интересно, как это будет в конце выглядеть. Ну, я надеюсь, и проект оно себя тоже интересно в плане защиты. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока!